Под Томском мужчина хладнокровно застрелил трех близких родственников. Жертвами спора о продаже частного дома стала мать подозреваемого, его родная сестра и племянник. Расправившемуся с родственниками мужчине 53 года, Евгений ранее служил в Чечне, затем вернулся на родину в Дзержинское. Проживал с матерью и супругой. Пара познакомилась пару лет назад, во время командировки. Мужчина привез невесту из другого региона России, в свой родной поселок, влюбленные обвенчались. Совместных детей у супругов нет, однако у женщины есть дочь от первого брака. Со слов местных жителей, супруги были неразлучны. Спиртным не злоупотребляли. Какое-то время женщина работала в местном магазине. Как рассказывают знакомые семьи, жену сельчанина не взлюбили его родственники. Мать и дочь начали оформлять на себя недвижимое имущество, которое семье досталось по наследству от мужа и отца, соответственно, дом, землю. В течение нескольких лет шли судебные тяжбы. По всей видимости, разволновавшийся сельчанин не сумел сдержать порыв гнева, когда ближайшие родственники пришли выселять его с супругой. По словам соседей погибших, мать показала сыну постановление, обязывавшее пару освободить дом, который мужчина строил сам. Именно это и стало точкой невозврата. Разъяренный мужчина схватил автомат Калашникова и расстрелял всех троих претендентов на наследное имущество. Как отметили знакомые супруги Евгения, года три назад она предупреждала своих коллег о том, что ее муж страшен в гневе. В СК добавили, что подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также следователи добавили, что суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Томича меры пресечения в виде заключения под стражу.